13 глава, 12-13 стих. Евангелие от Иоанна 13:12-13. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал: знаете ли, что я сделал вам? И далее, итак, если я Господь и Учитель омыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. И здесь фраза интересная: я Господь и Учитель. С Учителем все понятно, Рави. Слово Господь. Здесь на иврите слово Господь мы прочитали бы как Адонай. А слово Адонай в иудейском богословии заменяет произнесение слова Яхве. То есть, что означает имя Бога. Вы знаете ли, что я сделал? Бог мыл вам ноги. Бог вам служил сегодня, сейчас. И что для нас самое важное сейчас во время причащения? Умывание ног друг другу. И мы иногда так делаем на практике: давай я просто умою ноги, вот честно, как бы не часто. Но я хочу говорить не об омытии ног, а о том, чтобы служить друг другу. И задать себе вопрос во время этого причащения. Потому что далее Иисус, Он показывает, Он говорит не о омывении ног, а далее Он говорит о служении друг другу. И вот это заповедь 13:34-35 Евангелия, новую заповедь даю вам. Он это дал во время вечери. Чтобы вы служили друг другу. И как Христос, будучи Богом, использовал любую возможность для служения ближнему, так и у нас и с вами удивительная возможность сегодня. Почему сегодня? Потому что никто не знает, что будет завтра. Знаете, у меня полтора года назад